Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, а на голове арахноид огромный, он его держит. Арахноида тонкая держит? Тонкая копия держит арахноида. Ничего себе. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Виталия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Виталия поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Виталия. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Значит, он говорит, готов доверие, и он просит снять этого арахноида. Хорошо, я даю команду. На счет 3 арахноид с головы выходит. 1, 2, 3, летит в клетку тюрьму. Большой, он шипит. На кого он шипит? В клетке, на всех. Арахноид, ты чем-то недоволен? У тебя какие-то претензии есть? Его из теплого гнезда выдернули. Хорошо. Тебе показать галактическое ядро изнутри? Он зубы показывает. Влад, дай ему удар 50 тысяч герц. Удар. У него розовый ротик, там как клыки. Хорошо, Влад, дай ему по его клыкам, сколько считаешь нужным. Если он не показывает никакого уважения, находясь в клетке тюрьмы, соответственно, будет воздействие. Он ему по живот попал. Хорошо. Второй раз спрашиваю, арахноид, всего 3 раза. Ты будешь себя вести нормально и отвечать на вопросы? Или это закончится сейчас для тебя? Он будет. У него из живота полезла вот эта паутина. Он ее собирает лапами. Хорошо, все, поехали. И я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Виталия, под ногами. Сканирует все 7 тонких тел Виталия. Находит все. У него с ног вышла воронка с бесом. Воронка с бесом, хорошо. Дракон синий. Синий дракон. Рептилоид и Грей. Репт и Грей. Сколько Греев? 2. Все знают, где они находятся? Сейчас начнется... Да, все знают. Хорошо, сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим вам все темное, заберем все светлое по праву. После этого будет команда, вы вытащите все, что вы оставили в биополе. После этого я проведу проверку, и все, кто пройдут проверку, проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то оставит что-то или забудет, он просто сгорит в этой клетке. Чтобы этого не случилось, все доставать. И отвечать будете на мои вопросы в процессе чистки. Итак, я даю команду тонкой копии Виталия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Виталию. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо, рептилоид с Греями. Сколько вы находились в биополе, Виталия? 1 год и 3 месяца. 1 год и 3 месяца. Вы присутствуете в квартире его? Они есть в доме. Они есть в доме. Почему? Потому что мы сегодня будем это все чистить. Хорошо. Что вы установили в биополе? У вас конструкция или платы? Что есть у вас? Есть конструкция. Хорошо. На что она была направлена? Какая цель эксперимента? 2 цели. Первая – ток энергии. Второе – изучение параметров физического тела. Как оно влияет на этот ток? Именно эти параметры? Во время оттока энергии или как? Или вы изучали его? Нет, одно с другим не связано. Второе – это для нас изучение. Хорошо. Так, синий дракон. Считай цифры над головой. 18.43. Ты как долго находился в биополе, Виталия? 4 года. 4 года. Ты в квартире присутствуешь? Нет. Хорошо. Бес. Считай цифры над головой беса. 8. 8-герцовый. Где он вступил в воронку? Где ты к нему подцепился? В доме или на улице? В доме, нижний этаж. Нижний этаж в доме. Дом мы сегодня будем чистить. Значит, ты хочешь сказать, ты тоже в доме присутствуешь, да? С чертом играли. И кто главный из вас?
Бес по всем этажам ходит, черт только в самом низу. Понятно. Я почему говорю? Потому что я сегодня буду весь негатив еще забирать из этого дома и закрывать все порталы. Мне нужен будет кто-то, кто эти порталы покажет, тому я дам негатив. Он в этой воронке, как Юла показывает, он передвигается очень быстро и по всем этажам. И, конечно, негатив он соберет. Хорошо. Сколько ты находился в общем, и в доме, и в биополе? Значит, в биополе недолго, 3 месяца. Он показывает, как они с чертом играли и в ногах путались у него внизу. В нижнем этаже там место с компьютером. Там воронка. Стул. Они играли там воронка вместе с ним. Он передвигается, как Юла. Воронка, он по всему дому передвигается, в ней очень быстро. Понятно. 3 месяца ты находился в биополе, а в квартире сколько в доме в общем? 1-2 года. Хорошо, 1-2 года. Сколько находился арахноид, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 7 лет. 7 лет. Ты присутствуешь еще в квартире, у тебя есть там? Да, он распространился на других членов семьи тоже. И на других членов семьи. Почему арахноид? Я сегодня всех буду чистить, я сегодня и дом буду чистить. И как нам быть с тобой? Придется тебе все это время стоять. Я буду один за другим поднимать, и ты будешь вытаскивать оттуда все, что ты оставил. Других вариантов я не вижу. Он только здесь и в старшем сыне его потомства. Хорошо, потомство с тобой не связано? Они достаточно взрослые, чтобы жить самостоятельно. Хорошо, значит, я тогда с ними буду уже сам разбираться. Значит, тогда тебя не надо возвращать в дом. Я так полагаю. Нет, его надо наоборот. Он в доме. Как главное, это потомство выращивает, он и распределяет. Все понял. Хорошо, значит, будем тогда... Ну, а как мне это все сделать? Мне надо сейчас и ребенка будет чистить, и только после этого дом. Куда я его отпущу-то? Его в дом. Он опять притянется, когда я ребенка вытащу. У ребенка свой. Хорошо, значит, будет в доме меня дожидаться. Хорошо, как у нас с реверсом? Закончен. Отлично. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Виталий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Виталий себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо. 7 лет воздействия арахноид. Как человек ощущал это на физическом плане? Давление. Виски. Головные боли, мигрени? Но больше он давление головное, как черепа ощущал. Черепное давление повышал, да. Вот одна из причин повышения черепного давления. Ни один врач не найдет. Он сверху сидел и сдавливал его. А ты без этой воронкой за 3 месяца как воздействовал? Ноги показывает, он постоянно перебирал ногами. Ты в движении находился, да? В суете. Понятно. Вот это причина этого беспокойства. Скажи-ка, есть лярвы в его биополе за столько лет? В горле? Это... А кто у нас в горле сидел? А чего у нас там лярва? А у него переживания в горло собираются. А, вот как. Хорошо. Понятно. Ты хочешь меня спросить, а дам я тебе эту лярву? Хочу. Хорошо. Придет твое время, будешь все вытаскивать, и после этого я дам тебе отдельную команду. Ждем окончания реверса. Реверс закончен. Хорошо, начинаем тогда с рептилоидов и греев. Рептилоид, дай команду греям, пусть они выходят, отключают полностью все, что оставили. В биополе Виталия, ничего не забывайте и возвращайтесь назад. Ну вот эта конструкция, она с конструкцией в доме подсоединена, и вся информация идет в конструкцию, которая в доме, вместе с энергией. Они сняли. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай. Приступай. Как воздействовали твои платы на человека? Что ты ему транслировал или что ты считывал? Ты знаешь, он собирал с него всю информацию, связанную с техникой, то есть компьютер, телефон полностью, все. Ему было интересно все связанное с этим. Для своего развития? Да. Понятно. Он вытащил плату. Хорошо, бес, давай, подлетай на свои воронки, вытаскивай все, что ты там оставил. У него было раздражение от него. Как оно выражалось, это раздражение? Неспокойствием, суетой.
Нервничал без повода. Нервничал без повода. Но это фишка беса, да, бес? Да, чья же еще? Ну да. Мелочи раздражали. Не понимал, почему. А сколько, интересно, сейчас у Виталия энергии и герц? Ну-ка, давай посмотрим, все-таки 8-герцовый бес. Хотя у у него него воронка 12. Воронка 12, да. То есть ниже 12 он по-любому. Угу, понятно. Он снялся, но там, в принципе, его энергии были просто. Хорошо. Ногам. Давай, бес, вытаскивай все лярвы, ничего не забывай, приступай. И возвращайся потом. А вот он объясняет, что все переживания, которые Виталий переживал, у него в горле как комок скапливались. Вот это и есть лярва. Так это на протяжении многих лет, это можно сказать, как бы глотал все это, да? Да. Вот там оно и есть сила. А говорят, комок в горле, вот это у и него есть это. Такое, да. Все, каждый человек знает, что такое комок в горле, да. Вот как он еще и проявляется. А это, в принципе, связано только с ним, потому что он не умеет сбрасывать, наверное, эти энергии, правильно? Бес, как ты считаешь? Это же не воздействие какое-то шло от интерферентов. Нет, это его личные переживания. Его Плюс личные. Он, как мужчина, успокаивал всех вокруг себя и все брал на себя. Все это собиралось в горле. Хорошо, мы еще сегодня будем вытаскивать эмоциональный фантом. Интерес у тебя есть к нему? Да, есть, он снял лярву. Хорошо, все, возвращайся назад. Арахноид, выходи, вытаскивай все, что ты там оставил, свои иголки, жидкость отсасывай, ничего не забывай, и возвращайся, докладывай мне готовности к проверке. Тебе, знаешь, бес говорит, что думал, бить будешь, а ты накормил. Я встречался раньше с ангелами. Скучные святоши. Почему скучные? Тебе разве скучно здесь? Негативчиком подпитаюсь с удовольствием. Мы бьем только тех, кто нагло себя ведет. Я с 95% темного мира отлично могу ладить, но есть такие, которые бросаются на нас, я этого не терплю, и, соответственно, они отхватывают, когда такое случается. Или обманывают. Одно из двух. Здесь от этого общения ты только можешь выиграть, получив то, что ты не мог сам дотянуться. Но если ты будешь пытаться эту ситуацию как-то под себя подстроить, я не получу ту информацию, которая мне нужна, соответственно, ты не получишь то, что тебе интересно. В этом отношении, я думаю, договариваться лучше всего. Итак, арахноид у нас вытаскивает. У него на лбу через всю голову кольцо одето было арахноида, которое сдавливало голову. Вот, вот как. И паутины много. Он снял все, собрал. Все вытащил. Хорошо. Так, у нас все достали. Даю команду на рассинхронизацию. На счет три. И на счет три. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Ну, вот с арахноидом он как паутиной синхронизирован. Но все назад летит. За 7 лет, конечно. Готов. И я даю команду сканеру на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. Он чистый, но у него энергии мало, они такие хаотичные в разных телах. Мало разных энергии. Местах, да. Хорошо, тогда я помогаю к нему, ему сейчас, подхожу к нему, кладу руки на плечи, помогаю моей энергии сделать импульс высоковибрационного шока удара и на счет три отстегнуть от себя все негативно, все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три, удар. Отлетают каналы. Открывается портал «Галактическое ядро», каналу улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, проверку все прошли, да, Вера? Да. Хорошо, буду отпускать. Синий дракон, ты готов уходить? Готов. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше в это биополе не придешь. Даю слово дракону. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо, рептилоид с Грэмми и арахнует. Сейчас я буду вас отпускать, открою вам портал в квартиру. За это время вы соберете все. И где-то минут через 30-40 я подойду, открою вам портал, и вы уйдете на свою чистоту. Все понятно? Да. Хорошо. На счет три открываю портал в квартиру. Виталия, один, два, три, и арахноид уходит в этот портал, дожидается нас в доме. И рептилоид с двумя греями и своей конструкцией уходит в этот портал. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо, у нас остался один бес.
Я его задержал, потому что я ему еще хотел отдать эмоциональный фантом. Выходит эмоциональный фантом Виталия 1, 2, 3 и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Проецируется на его эмоциональном фантоме. Есть. Хорошо. Много? Ты знаешь, он бес называет его как паровоз, как будто он пар выпускает. Он такие звуки делает. Пш-пш. Сперва он сказал, что он копилочка, накопил все это, а теперь он как паровоз пар выпускает. То есть он, ну, видимо, какие-то в нем взрывы энергии такие происходят, которые он потом собирает внутри себя. Хорошо. Все это вышло сейчас, да, Вера? Да. Спрашиваем Виталия, готов ли он расстаться с этими негативными энергиями? Да, он готов. Хорошо. Сворачивай все энергии в шар. Бес забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Готово. Хорошо. Здесь мы закончили. Бес, я тогда открываю тебя сейчас портал, держу дом и дожидаюсь тогда меня. Пока можешь все свое собрать, чтобы время не терять. Договорились, да? Да, он готов уходить. Открывается портал против часовой стрелки в дом. Виталий, 1, 2, 3. И бес уходит в этот портал в дом и дожидается нас там. Закрывай, печатывай, растворяй. Готов. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим к процессу активации, идентификации души. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. У него душа очень рада, что ей уделили время. Виталий мало уделял времени своей душе? Именно, чтобы думать про душу. То есть он связывал это с другим, быть добропорядочным. А именно думать про душу, что ее можно активировать. И, как сказать, жить в мире с душой. Про это он не думал. Вот душа очень рада. Замечательно. Закончилась идентификация? Сейчас, секунду, он открывает чакры, по всем чакрам проходит. Свет несет свой. Если захочет Виталий о себя больше узнать, пусть обратится к нам. Мы пригласим его куратора. Он задаст ему свои 10 вопросов и узнает больше о себе. Душа, знаешь, как пробивает его своим светом и останавливаясь на решетке. А что она там остановилась? Она лечит. Вот, лечит. За лярва. Своим светом она как теплом лечит. Готово. Отлично. Хорошо, переходим к защите. Создаем защитную оболочку под соединение тонкую копию Виталия к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в его биополе. Пошел процесс. Он ангел. Ангельская душа? Да, крылья. Сейчас, секунду. Он пробила сердечную чакру. Именно слово идет пробила. И вот эти крылья, они стали отделяться сзади у него. Отлепляться. Отлично. Света много очень. Готово, Меркаба. Хорошо. Пусть тонкая копия Виталия вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Он говорит, что много было счастливых моментов, но все они земные. И для души, похоже, сейчас это самый счастливый момент, совмещая земные радости и зная, кто она. 630 дает. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Виталия до значения 630 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Виталий, как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Еще много мне что нужно узнать и понять. О, да. Чувствую тепло и радость. Замечательно. Сейчас мы будем вас возвращать назад в ваш биоробот и после этого поднимем вашу супругу для чистки. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Виталия в систему биоробот-душа. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Он так делает, интересно. Он хочет повернуться и посмотреть за спину, чтобы увидеть крылья, но он не понимает, что крыльями можно двигать и вперед их. Конечно. Обнять себя. Пропустить, чтобы увидеть. Да, он еще не понял, что у него что-то новое появилось. Хорошо, пусть разбирается. Я на месте.